Здравствуйте, все те, кто смотрит меня. Сегодня мы будем рисовать с Днем Победы. Для начала наметим, какой высоты у нас будет мальчик. Мы сейчас вам мальчика рисовать. Вот до сюда он будет. И рисуем ему сначала голову. Примерно. Здесь у него будет идти ухо. Теперь будем рисовать ему воротничок. Начинаем рисовать вот отсюда. Так. Далее рисуем вот еще. Потом рисуем с другой стороны то же самое. С вами будем рисовать девочку. Она будет у нас вот до сюда. Сначала мы ей рисуем личико. Девочка у нас будет помладше мальчика. Конечно, и сильный. Ушко рисуем ей. Теперь рисуем глазик. Сначала рисуем один. Здесь. Далее рисуем другой глазик. Сначала мы нарисуем другой. Рисуйте по линейке, чтобы у вас ровные были со всех сторон одинаково. Это одинаково, это чтобы все были одинаковы.
Я буду разукрашивать гуашью. Начнем мы с мальчика. Сначала разукрасим. Разукрасить пилотку. Thank you.
одну нарисовали, начинаем рисовать следующую. Также. С Днем Победы. Сейчас я буду раскрашивать. 9 мая.